Спонсор выпуска Backly.ru. Сервис, позволяющий возвращать деньги с ваших покупок. Верните с AliExpress 2%. Регистрируйтесь. Купить кое-что еще. Хотел купить себе пленку на Meizu. Одна пленка стоит 70 юаней. Это получается 13 долларов. Да, вроде 13. 13-12 долларов пленка. Я вчера на Алиэкспрессе заказал за 3 доллара 3 штуки. Вот такие вот цены, официальный магазин. Людей куча очень. То, что вы видели, куски людей, это мы были уже на Лауджи станции. Поменяли некоторые вещи, просто размер не подошел. Вот без проблем поменяли и купили еще там пару футболок попалось. Сейчас мы найдем то, что нам нужно, купим. И в принципе все, домой едем. Так что так. Ребята, уже вечер. Мы пришли домой, отдохнули. Сейчас 10 минут 9, мы идем перекусить, поужинать. Такой маленький ужин, есть особо не хотим. Вот, и потом идем в супермаркет. Постараюсь для вас сегодня поснимать. Но я точно не знаю, вот нужно это вам или нет, потому что все продукты китайские, я половину не знаю, что они сами там продают. Но я все-таки поснимаю общий план какой-то экшн-камерой, потому что на эту камеру точно мне не разрешают там охраны больше, чем покупателей. Вот, ну, что-то вам интересное покажу. В принципе, на сегодня будет все. Завтра мы утром собираемся и отчаливаем. Поэтому встретимся уже в супермаркете. Впереди идешь, картинку всю загораживаешь. Иди ты. Сними дурман, это телефон. Тебя? Где? Да куда его покупать еще? Пошли на сладкое сразу, на конфетку. Что здесь, лук, да? А что здесь? Здесь эти, походу. Рис или что там? А, пошли это, на станки посмотрим. Где? Станки. А, вот они, да? Да не, это не. Здесь всякие это, да? Макароны здесь. Что это такое? Это конфеты, да, уже? Да. Чипсы нет смысла. Из этого. Сейчас мы
Радуйся, что? А ну поехали. Я так шоколада, я так и не увидел. Сколько стоит? Наверное, соль. Сахар. Соль не может такая. Ага. Какие? Пошли, здесь молочка. Уже полдесятого. Костыры. Если закрываются шлицы, у них как-то аппараты автоматически. Пошли обратно, тут ничего нет. Там что-то интересное, посмотрим. Вон есть чупики на развес, да? Чупики есть на развес. Не. Вино, пиво, бумага. Я думаю, уже не полезет. Если хочешь, давай возьмем. Да не, я так. Что здесь? Чипсы, да? Да. Ну что, ребят, посмотрели супермаркет, чуть-чуть я вам поснимал. Нет смысла какие-то конкретные снимать товары, потому что просто единицы продукции есть похожие, овощи и фрукты, которые продаются у нас. Все остальное вообще не похоже, поэтому это был японский супермаркет. Здесь больше иностранных продуктов, в китайский супермаркет мы так и не попали. Поэтому то, что я вам показал, можете посмотреть. Цены не дешевые. Элементарно зайти, просто скупиться себе на ужин. Это минимум 100 юаней что-то купить. Мясо дорогое, все дорогое в нем. Ну, вы примерно можете посмотреть, я думаю, нормально снял, я еще не видел. Вот, примерно. Посмотрите, там на паузу нажмите, потому что впритык так ходить снимать невозможно, потому что охраны очень много и как бы настроение у меня не конфликтное, хотя я могу достать камеру свою и могу снимать без проблем, но понял, что просто нечего. Вот.
Все, мы идем домой. На сегодня все. 10 часов вечера. Мы сегодня будем отдыхать. А завтра утром пораньше собираемся. И будем складывать уже вещи. Поэтому завтра еще вам что-то покажу. На сегодня все. Я захожу в темноту. Всем пока-пока.